Это канал ТТ Баттл, и я его виртуальная ведущая. 9-й международный турнир по настольному теннису, проходивший с 27 по 30 августа 2020 года на базе «Васир» в Дерзонкове, завершился. Это в Польше. Из-за коронавируса в турнире приняли участие только около 200 участников, из которых около 60 детей. Обычно приезжает до 7 стран-участниц, но в этом году это было противостояние Польши и Германии. Редакция нашего канала планировала поездку на этот турнир, но из Украины в Польшу пока пускают только по рабочей визе. Кроме прочего, могли бы покататься на таких вот горках. В этом году каждый из игроков сыграл не менее 10 поединков. Каждый участник получил памятную футболку и диплом. Участники, занявшие первые 3 места, получили медали, дипломы и призы от компании Типхар. Напишите, куда собирались поехать играть, но так и не смогли из-за коронавируса. А теперь опять в клуб Smash. Встреча Поздняка против Кривошеи.